Ребята, в преддверии Нового года ребята организовали офф-род на Донсоне. Все на личных автомобилях, на красивенных гонках. Смотрите конкурс, каждому участнику завязывают глаза, и он должен по подсказкам напарника проехать очень трудную и сложную трассу. Праздник сопровождают Деды Морозы, а также горячительные напитки. Прекрасный Северодонецкий заснеженный лес. Ребята, вот трасса, вот речка. Главное не попасть ни в дерево, ни в речку. Вот. Смотрите, какая техника. Одевай наоборот. Соревнования и праздник продолжаются.